Чем обработать смородину, если листья покрылись красными пятнами и закручиваются? Смородина – удивительный плодовый кустарник, который обеспечивает человека не только вкусными и полезными ягодами, но и сырьем для различных заготовок и витаминизированного чая. Для этой цели используются листья. Однако некоторые дачники сталкиваются с проблемой, когда листья покрываются красными пятнами и начинают закручиваться. Что же является причиной этого и как спасти куст? Поражение такого характера – это результат воздействия тли. Если ничего не предпринимать, то побеги искривляются, куст становится восприимчивым к болезням и даже частично может засохнуть. Постоянными спутниками тли являются муравьи, которые выступают не только разносчиками вредителя, но еще и его личной охраной. От тли страдает не только смородина. Яблони, сливы, другие насаждения ей тоже по вкусу поэтому избавляться от этого мелкого, но такого небезопасного для растений вредителя обязательно нужно. Эффективный способ борьбы с тлей, так как тля, насекомое сосущее, то любой раздражитель, попадающий на нее приводит к тому, что она погибает. Для борьбы с ней необходимо приготовить маточный раствор. Понадобится взять воду, 1 литр, молотый красный перец, 50 граммов. Воду с перцем необходимо кипятить как минимум 10 минут на слабом огне. Так как раствор слабым назвать нельзя, то помещение, в котором его готовим, должно иметь хорошую систему вентиляции. Готовому раствору необходимо дать настояться, поэтому оставляем его часов на 10-12. После этого доливаем воду, чтобы получилось 5-6 литров, чтобы средство задержалось на листьях и, соответственно, на тле в него нужно добавить 10-15 граммов обычного хозяйственного мыла. При работе с раствором не следует забывать об индивидуальных средствах защиты. Очень важно обработку проводить тщательно. Раствор должен быть на листьях не только сверху, но и с обратной стороны. Делать это рекомендуется в сухую и безветренную погоду. Работает средство исключительно при непосредственном попадании на тлю.